кажется, что оно что-то стоит. Что же значит их поиск? Сознание у них непростое, ведь бы в путь, да и, пожалуй, нелегкий. У них давно испорчены легкие табачным дымом. Не знаю, что будет с ними, когда они узнают правду. Но сами легко. Нет покоя, ни в чем нет покоя. Надо долететь до облаков. Но они не знают, стоит ли. Они не знают, что в этом мире вообще чего-то стоит. Творец, художник, а задачами этим миром ни для кого не хочет быть кумиром. Он смотрит на подоконники. Ему не нужны толпы поклонников. Ему не нужно море внимания. Он ищет любящее, искреннее понимание. Тот, который я, любит искать в лужах солнечных зайчиков и ответов. Он любит лето, не курит сигареты. Он боится любви безответной, безумной. Все, о чем он мечтал, это влюбиться сначала. Да так, чтобы взаимно, так так, чтобы до мурашек по коже. И так, чтобы не было никого дороже. Слышать шаги и дыхание, чувствовать на расстоянии, менять вместе сознание, по утрам пить кофе и слушать птиц, вглядываться в лица. Зимой шар, скомканный, ломкий, когда его нет. А потом зажигается свет, и звезды снова ясные. Это, наверное, самое прекрасное, что приносит с собой жизнь. Ну ты держись теперь, держись, а потом под одним зонтом, по лужам, босиком, напрямик, не боясь тупиков, ценя этот миг. И глаза все те же, но встречи все реже, забывается. Мечта о тебе не сбывается, и ты вроде тот, но друг, а в следующий миг чужой. Ушел покой, начал бы снова быть живой. Жизнь разбросала, словно ветер, бурный, помешанный. И совсем не ясно, кто в этом замешан. Thank you.